Леонардо открыто? 90. Последний магазин открыт? Последний магазин, у нас в этом году открылись магазины в Сочи, в торговом центре Молли Молл, в Пензе и в Курске. Все региональные магазины ведут себя по-разному. Мы практически не закрываем магазины. Единственное, вот был в городе Пенза, мы переезжали с расширением в лучший торговый центр. То есть мы один магазин закрыли, и другой открыли, еще больше площади. Ну, а вот именно чистых закрытий у нас, по сути, нет. Немножко про проект «Иголочка». «Иголочка» — это, по сути, как-то меньший вариант магазина, чем «Леонардо». Да? Это магазины, больше специализирующиеся на традиционных видах рукоделия, как шитье, вязание, вышивание. То есть там намного меньше представлены прочие виды рукоделия, творчества. И это меньший формат. Расположение в основном в районных торговых центрах. И пока развиваем только в России. Вне России действительно открыт первый магазин. Это в самом центре Минска, в торговом центре «Галерея». Результаты строго плановые. То есть какую выручку мы по своей аналитической системе запланировали, вот ровно такую получили. То есть вот строго соответствует запланированным выручкам. Уверен, что знают, что мы из России, уверен, что ждали и встречают хорошо. Какие сейчас технологии для вас в приоритете для внедрения? Как ни странно, наверное, сейчас конкретно вот именно для нас то, чем, наверное, самые большие инвестиции, самые большие усилия, это технологии около ритейла, это логистические технологии. Мы работаем с огромным ассортиментом товаров, которые нужно отгружать. По сути, это мелкоштучный набор, примерно 100 тысяч наименований. Это реально сложная технологическая задача. И то, чем мы сейчас плотно занимаемся, это внедрение наполовину роботизированного склада с существенными элементами роботизации и автоматизации для уменьшения логистических издержек на отгрузке. Есть простой путь – это купить западные технологии. Это просто относительно, но дорого. С нашим товаром мы посчитали, у нас это не окупается. Мы пробуем делать это с российскими разработками, с российскими технологиями. Надеемся, что у нас все получится. Уже потрачен, наверное, примерно год на все такие проекты, проработки, технологические решения. Мы уже прямо вот с этим стартуем. Как вы в условиях тренда на скидки справляетесь и используете ли вы такой инструмент? Скидки в Леонардо используем. Используем их аккуратно, используем редко. Есть понятие товары месяца, есть дисконтная программа. И сейчас у нас тестируется, мы пробуем новый вариант. Мы даем скидки по утрам понедельника. Это самое мертвое время в ритейле, по принципу, что если кому-то это нужна скидка, он в это время придет. То есть мы надеемся, что мы этим не потеряем вот чистую выручку, а наоборот привлечем дополнительных клиентов.